пьешь? Скажи Виталику, чтобы открыл огонь. Сотки открывает огонь. Сотка огонь. Сереж, минус 20, лево 20, огонь. Да 30 огонь. Сереж, а ну выведи, лево 200, плюс 300 еще. Да, огонь. Снова огонь. Не, ну с вами можно поехать? Спрашивай его, ну. Удивись? Не-не-не. Проходи. Как дела, Володь? Блин, малой вообще герой, слышишь? Да. Представление можно написать? Конечно, нужно. Понял. Что? Да вот что, стол заел. Первый выстрел нормальный, а второй стрел. Ты не знаешь, что это было в нашей пушке? Наша, это та, что с трех. Та, что с трех. Она стреляла все время. Ну, устала бить. Ешь вам, да. Может быть и устала. Он в милиции, в гостинице. Но милицию мы не стали заходить. Пацаны зашли, зачистили там все. Ну там милиция, там пальцы просто не может. Резко, раз. Ну чуть левее, возьми вот дальний угол. Получается, эту угол. Вот мы... где первая антенна вот эта? Да, да, что, да. Лезет? Вот где вот сюда, раз. И чуть, помотри, вот видишь, вот смотри. Она не щелкнула, по руке, видишь? Понимаешь? Да, я понял. Ну где первая антенна? И правее туда возьмите. Я понял. Метров 100. Протертый! Молодец, умничка. Благодарность. Более-менее. Ох, я вижу. Самсон, заряжать. Ага. Держи, пока, подожди. Аккуратно.
Да вот так делаем. Отошли от орудия! Та-та-та! Во имя Господа Иисуса Христа! Командир, ну мы не подойдем! Славьте, ребятки! Отлично, слава тебе, Господи! Значит... Наша задача снять вниз. Понятно. Пол воды. Попробуем по верху пройти, что получится. Ясно. Уже сверху я закинуть могу и до 30 ноночка накинуть. Угу. А ваша пушка идеально. Мы напрямую только. Да, напрямую работает, понимаешь? Все. Сейчас он развернет, сейчас будем бить. Все. Так, я пока следующий. Да, да, неси следующий. Правее, 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 блин. Это рапира называется. Давай. Раз, два, взяли! Стоп, 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 это ж... Раз, два, взяли! Еще раз. А, это нормально. Давай, оп! Хорош! Высота! Ниже! Стоп! Не спеши! Левее! Хорош! Ниже! Хорош! Готовность! Подожди! Господи, благослови! Будь милостлив! Во имя Иисуса Христа! Огонь! Не трогай, не трогай, не трогай! Нормально! Давай, давай! Марк, следи за этим. Стой! Блин! Вот тебе и все! Да что ж это такое? Собака! Стой, 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 стой! Еще раз назвать! Лови! Найди деревяшку толстую. Ну, вот как колотушка. Эта пушка уже подустала. Конечно. А ты что думал? Вечного ничего не бывает. Подустала именно конкретно. Опускай. По самолетам? Не по самолетам. Практически все правильно. Так, резко, раз, и все. Все, вот. Отлично. Вот теперь уши. Все отошли, уши. Во имя Господа, огонь! Это далеко. Здравия желаю. Вас беспокоит командир отдельного батальона, который у вас сейчас держит, зажимает сейчас, в данный момент, после вашего акта обстрела. Мой позывной Гиви. Ну и как это понимать? Это прекращение огня такое? Я за... Какого танка? Что ты морозишь? Как ваше звание? Товарищ полковник, побойтесь Бога. А вот только что вот мы вот снимаем на камеру, и я буду передавать в генеральный штаб. Только что это было? Вот Д-30 обстрел куда летел? Да, конечно, конечно, конечно. А с Авдеевки откуда летит? У меня есть все данные, где вы стоите в Авдеевке. И там стоят... Нет, вы смотрите сюда. Еще один выстрел в мою сторону, и я тебя с лица земли сотру. Ты меня понял? У меня сил хватит. У меня сил, моего батальона, я тебе отвечаю, я тебя раздавлю, как жабу. Еще один выстрел в мою сторону, ты меня понял? Я не угрожаю, я то, что говорю, то я делаю. Да, конечно, конечно. Да потому что вы там сидите на жопе ровно и боитесь высунуть свою жопу. А где вы героями себя почувствуете? Притонил мне украинское телевидение для съемок. Кто расстрелял наших людей с белым флагом? Мы, что ли?
Я задаю вопрос, кто настрелял? Мои люди или твои люди? Надь, конечно, ты ничего не знаешь. Или поляки ваши. Французы, немцы, которые тебе помогают там. Да, конечно. Короче, я тебе предлагаю последний раз. Это мое последнее тебе предложение. Еще один выстрел, я тебе разотру порошок. Ты меня понял? И меня никто уже не остановит. Ни министр обороны, ни главнокомандующий, никто. Ты меня понял? Ты меня услышал? В данный момент кто стреляет сейчас? Мои люди стреляют. Кто стреляет сейчас? Мои люди. А я откуда знаю? Я вот возле аэропорта, Да ладно, вот именно, ты дал команду не стрелять артиллерии. Молодец. Вот, тогда значит, что вы творите, я спрашиваю. Выходите из аэропорта, выходите. Нет, ты отдашь его сегодня мне. Выйдите сегодня. Это я тебе даю добрый совет, выйти из аэропорта. Я тебе отвечаю, хоть один пьяный твой недоделанный офицер, там, или солдат, наемник, я не знаю, кто там. Хоть одна пуля выстрелит в мою сторону. Я пущу сюда всю артиллерию свою. Это только предупреждение было, что я могу с тобой сделать. Я пущу всю свою артиллерию, всю, все танки, всю свою пехоту. И тебе разотру порошок, мой батальон самый сильный. Понял? Я тебя предупреждаю еще раз. Я тебе еще раз говорю. Еще один выстрел твоей артиллерии, и я разотру вас порошок. Один патрон. Вот сейчас что происходит? Объясни мне. Ты знаешь, у меня частный сектор? Послушай. Да ты что? Накрывать меня. Ну давай потягаемся. Потягаться за мной хочешь? Ты за мной потягаться хочешь? Ты недоделанный дебил. Ты на моей земле, тварь. Иди, сука. Тебе. Слышишь, какая твоя земля, Бендера недоделанный? Какая твоя земля? Я здесь вырос, я здесь работал, я открывал, поднимал. Ты откуда взялся? Ты на шишках всю жизнь держались там. И ты приехал мне рассказать, что твоя земля. Это моя земля, это не Донбасс, я здесь родился. Я не родился на Украине, я родился в Донбассе. Ты меня понял? И я прошел великолепную школу в Десне. Это тоже моя земля работающая. Это тоже моя ПКВТ моей работы. У меня ПКВТ нету. Кто стреляет? Ответь мне. Кто это стреляет? У меня ПКВТ нету. Ну кто это стреляет? Доложи мне. Кто? Вот значит разбирайся и звони мне. Будем разговаривать дальше. Я его, сука, сегодня лица земли сотру. А кто это был? Полковник, командир 93-й аэромобильной дивизии. Привет, Стас. Да. Я же опять не на лун собираюсь. Нормально. Выбили? Так, сейчас надо промыть и огонь. А вы же без домкрата? Да. Получается, здесь не в этом проблема. Значит, там вот там вот тут нет штока, нету. Кормилище. Там штока. Пушка не. Кормилище там такое, значит, видишь, там солярот. Черепает. Так 3 часа соляры. Ну. Воздух сильно травит. Мы что это и остановили? Серёж! Особенно как вообще не забавно. Еще раз прошу. Он этой ручкой подошел. Да, я вынимаю на башню. Да нет, Паша, у нас такого не работает. Работа так что?
Там еще эти. Так, все их подрыв сока, выйти из строя. Ребят, сегодня у вашего друга день рождения. Ему исполнилось 38 лет. Я хочу от лица командования именно батальона подарить человека. Ну, небольшим подарком. А тебе. Ура! Поздравляю! Ура! Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Все, мы покажем, что умеем. Да, покажем обязательно. Я надеюсь, тебе подарок будет для тебя общий. Мы возьмем аэропорт, повесим план. Я понял, обязательно. Обязательно, это по-другому не может быть. Ну дай бог. Да. Тебе доверим эту честь. Вешай план. Есть. Наемникам пиздец. Ну а кто? Вот. Вот поставил, так на угол вылез. Сука, ты вылез. А что? Это для прицела. Так, кто, блядь? Ну, не закрыл. Кстати, гильзочки можете себе набрать, стопочки поделаете. Сейчас. Видишь, чуть-чуть переканов подавлю. Это не стандарт. Остальное отцеплять. Останови сбоку. Колпачок снял? Да. Уйди сзади. Сбоку уйди. Все, готовы? Да. Залп! Ля-ля, разошелся, понравилось, а? Я снял! Готовы? Залп! Четвертый давай, последний, крайний. На 20 лево. Сможешь, нет? Давай, попробую. Если не сможешь, не трогай, бей туда. Бей туда.
сосед, я беру у тебя. Не надо? На, держи. Давай, Ром. На ПК, чей? ПК. Вот эти три дня они не стреляли, они нас пропускали. Заходим, все расслабляются. И начинается огонь со всех сторон. Поэтому любую позицию, даже если тишина, держите до последнего, смотрите в оба. В любой момент может начаться огонь с любой стороны. Либо с танков, либо со 120-х. Я тебе говорю. Пробеливаем? Мотор. Давай, я покажу, мы дойдем до первой позиции. Я покажу, откуда будет возможный огонь ихний, чтобы люди прикрыли тех, кого я буду проводить. Вот. Останавливаться долго не будем нигде. Больше, блядь, 3-5 минут мы не будем останавливаться, потому что вчера уже остановились ребята. Я легко выводил. Все остальное по мере продвижения. По мере продвижения. То есть они, я еще раз повторюсь, они пропускают. Они 3 дня уже нас пропускают. Потом начинают долбить со всех сторон. Поэтому сейчас скоординируем силы, чтобы с тех сторон тоже вели огонь, чтобы они отвлеклись и мы центр пробили. Вот, захват здания. Все по ситуации, я тебе так наглядно объяснить не могу. То есть вот так вот сейчас, ну, ты понял, да, все по месту. Единственное, чтобы, наверное, всей группой мы продвигаться не будем. Какую-то оставим, там есть здание, за которым могут ребята укрыться. Какой-то пройдем. У тебя же, ну, у вас же связь там, все работает. Все, и потом будем вот так вот работать, вот так передвигаться. Главное не кучковаться, чтобы РПГшники края прикрывали. РПГшники прикрывают края. Там кружочек, ты кружочек смотришь.
тебя снимают. Спешится, да? Вам надо за то здание и оттуда их обходить, да. Куда идти? Вот, через машины, то здание. Кто сопровождающий с нами? Сейчас. Проводника давай сюда. Ты идешь и Сокол с тобой, я, да? Знаю, да. Пока никто не идет, сейчас Орда будет работать. Куда? Куда, потому что они будут работать артиллерия, самолеты и танки. Наша? Да, пусть они отработают, потом мы туда выйдем. Все в здание. Все в здание! Все до одного в здание! Все в здание! Не, мы не бреемся. Да, я понял, я вот вся сила в волосах, да? Да. Не стригите волосы разные. Волосы рузые, да, с сединами. Ибо мудрость Боже, не постигнете. И здоровье потеряете. Волку передашь. Волку? Да, серьезно. И силу рода загубите. Иди сюда. Попаси чуть-чуть. Посмотри в оптику. И ты увидишь танк. Вот синее здание. Прямо. Да. Вот. И прав... чуть-чуть метр возьми от него правее, прямо на нас танк. Только дулом не на нас. Вчера был на нас. А это чей? Посмотри в оптику. Чей это? Это не их. Не наш. Это их. Че, бесхозный что ли? Бесхозный. Только дуло поворачивает. Увидел. Пулемет работает у него? Хрен его знает. Территория чья? Ихняя, естественно, чья. Надо, короче, вот эту сторону левую занять. Вот эти три здания, надо их занять. Смотри, братан, вот это наша основная задача, вот то здание, туда не мог пойти. Бог за дерево! Бог не рви! Пошел, 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 пошел! Бог, притормози! Кто это? Трехсотый? Чуть сильно. Пошли, пошли, пошли. Нам в это здание нужно, в красном. Да. Это здание. На предохранитель поста. Пошли. Пошли, пошли. Что хочешь? Ты где там? Красное крайнее здание. Беру на зачистку. За мной! Здорово, Карла! Мы к нам боевые приехали.
Твоя? Вот. Улыбаемся! Опа! Ух ты как! Все, прыгай, погнали. Пошли, поехали.